Привет, друзья! На своем канале я много раз рассказывала про различные криптовалютные биржи, на которых можно покупать и обменивать криптовалюты. Сегодня я расскажу вам еще об одной платформе. Это биржа OKX. Это очень простая и легкая в пользовании платформа. OKX – одна из крупнейших в мире бирж криптовалют по объемам торгов. Поддерживает спотовую и маржинальную торговлю, деривативы и свопы. Также ведет разработку децентрализованной биржи на собственном блокчейне. За свою уже достаточно длинную историю биржа ни разу не была взломана и не участвовала в крупных судебных процессах, поэтому считается достаточно безопасной для пользователей. OKX – дочерняя компания популярной китайской биржи криптовалют OKCoin. Запущена в мае 2017 года с целью предоставления пользователям фьючерсной торговли после закрытия соответствующего раздела на основной площадке. Поддерживает фьючерсы на биткоин и лайткоин и кредитное плечо размером до 20. Они предлагают финансовые услуги на основе блокчейна для трейдеров со всего мира. Вы можете открыть для себя сотни криптовалют и торговых пар. С OKX вы получаете доступ к одной из ведущих бирж по объему торгов. Они обслуживают миллионы пользователей в более чем 100 странах. Суточный объем торгов фьючерсами биткоин у них составляет 1,5 миллиарда долларов. А еще они предлагают спот и маржинальную торговлю, опционы, бессрочные свопы, DeFi, а также кредитование и майнинг. Биржа имеет свой собственный токен – OKB. На сегодня его стоимость составляет 17,29 доллара. Общее количество монет – 300 миллионов. Сейчас в обращении находится 269 миллионов. Кроме того, биржа известна тем, что имеет весьма низкие торговые комиссии, которые находятся в диапазоне от 0,3% до 0,15%, что значительно дешевле, чем на других криптовалютных биржах-конкурентов. Биржа OKX имеет веб-сайт и приложение для мобильных телефонов, которые максимально простые в использовании, благодаря современному простому дизайну. Биржа OKX имеет возможность покупки криптовалюты с карты банка. Сегодня я буду заводить криптовалюту Tron со своего кошелька на мобильном телефоне и менять ее на токен биржи. Сканирую QR-код с адресом кошелька биржи. Далее ждем транзакцию. Проверяем баланс на основном аккаунте. Перевожу свои троны на торговый аккаунт для того, чтобы начать торговать. Проверяем баланс, нажимаем «Торговать», выбираю криптовалютную пару. Выбираем «Продать сейчас 100% суммы», проверяем историю ордера. Далее выбираем криптовалютную пару монеты OKB. Выбираем «Купить сейчас на 100% суммы», проверяем ордер. И теперь я обладатель собственного токена биржи OKX. Подписывайся на мой канал, ставь лайки, пиши комментарии. Увидимся в следующем видео.